Одним из традиционных дел пионерии была военно-патриотическая игра «Зорница». Первая военная игра пионеров Москвы «Взятие Перекопа» состоялась в феврале 1924 года на Воробьевых горах. Там же, в августе 1927 года, прошла трехдневная военная игра под командованием Семена Михайловича Буденного. Игра «Зорница» была придумана пионервожатой Зоей Кротовой в Пермском крае в 1964 году. И уже в 1967 году стала всесоюзной. 10 января газета «Пионерская правда» напечатала приказ номер 1 командующего новой всесоюзной игрой «Зорница». Своим приказом маршал Василий Казаков поставил задачу – обучить навыкам армейской жизни детей и подростков. В ноябре 1967 года у нас в Доме пионеров началась организация первой игры «Зорница» для школьников района. Организатором игры стал пионерский штаб, которым уже в то время руководил Штейнберг Ефим Борисович. Из летописи районного пионерского штаба. Игра должна пройти во всех дружинах района. Во время игры ребята должны стать членами ДОСААФ. Юноармейцы должны приобрести навыки, которые понадобятся солдату. Прошло обучение по военным специальностям: связистов, разведчиков, санитаров, командиров отрядов. Первая районная игра прошла в марте 1967 года. Участие в ней приняли отряды победителей в дружинных, школьных играх. «Зорница» проходила как армейские учения, которые включали в себя преодоление минных полей и полосы препятствий. Кульминацией маневров была рукопашная битва со срыванием погон противника и захват знамени во вражеской крепости. Игра пионерских отрядов «Спасаем пропавшую экспедицию» появилась в 1989-1990 учебном году. Первая игра, в которой приняли участие ребята из пятых классов школ Куйбышевского района, прошла зимой в Гальяново на Бабаевском пруду. Игра «Спасаем пропавшую экспедицию» сохранила для ребят возможность испытать себя в рискованных ситуациях, вместе выполнить задание, но направленная игра была на помощь людям. Познавательная и поисковая работа, спортивно-туристские навыки, сложные физические испытания, навыки действий в сложных природных условиях, умение действовать как спасательная команда – вот то содержание игры, которая давала пищу фантазии и интеллекту ребят, ставила перед необходимостью приобрести полезные в жизни умения. А самое главное, что все это было направлено на обучение действиям в экстремальной ситуации, оказанию в случае необходимости конкретной помощи по спасению людей.